Общая протяженность автомобильных дорог страны на сегодня составляет 96 тысяч километров. Об этом сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан Каирбек Ускенбаев на правительственном часе в Мажилесе. Из них 25 тысяч километров – это дороги республиканского значения, 71 тысяча километров – областного и районного значения. Министр добавил, что согласно поручению главы государства стоит задача в 2025 году довести долю дорог в нормативном состоянии по республиканской сети до 100%, по дорогам местной сети до 95%. По данным ведомства, развитие транспортно-транзитного потенциала обеспечивается через автомобильные транзитные коридоры. Общая протяженность 8 автомобильных транзитных коридоров составляет 13 тысяч километров. Министр индустрии и инфраструктурного развития рассказал о реализуемых проектах в автодорожной отрасли. По его словам, в текущем году строительно-монтажные работы ведутся на более чем 11 тысяч километров автодорог общего пользования. До конца года планируется открыть движение на порядка 1 тысячи километров дорог. На оставшихся 3 тысячах километров работы будут завершены в 2023 году.